Приветствую вас на канале Game Dave. Мы продолжаем писать игровой движок, используя C++, OpenGL, шейдеры и физические движки для обработки физики. По окончанию цикла уроков у нас будет практически готовый шаблон для написания 2D игры. Останется только отредактировать уровни, добавить персонажей, нарисовать графику, озвучить их, ну и в принципе можно выкладывать в Steam. Путем небольших изменений также можно игру портировать на другие системы, например, Linux, SteamOS и, допустим, Apple. Так как у нас используются мультиплатформенные библиотеки, перенести игру на любую другую платформу не составит труда. Движок получится очень шустрый, быстрый и компактный. Ну что ж, а мы продолжим. В этом уроке мы перенесем Game Engine в статическую библиотеку. Для этого нам понадобится всего лишь несколько действий. Создать библиотеку, перенести необходимые файлы, настроить статическую библиотеку, подключить к игре библиотеку и, в принципе, можно уже тестировать. Создадим проект статический Game Engine. Далее удалим три файла, которые нам не нужны. Теперь перенесем из нашего проекта все файлы, которые будут у нас теперь находиться в статической библиотеке. Также добавляем их в проект Game Engine, переносим точнее. Далее настроим статическую библиотеку. Отключаем предварительно откомпилированный заголовок. Библиотека времени выполнения многопоточная, для debug многопоточная отладка. Библиотека Game Engine Lib создана. Осталось ее подключить в нашу игру. А также нужно прописать Game Engine Lib в конфигурации Release и debug. Далее необходимо удалить все файлы, которые мы перенесли в статическую библиотеку. Так как компилятор не знает, где находятся файлы, необходимо прописать к этим файлам путь. Они у нас находятся в Game Engine. Также необходимо прописать каталог библиотеки. Ну, вот и все. Тестируем. Для тестирования необходимо сначала скомпилировать библиотеку Game Engine, а после уже саму игру. Так надо будет делать каждый раз при изменении библиотеки, а при изменении игры делать не надо. Запускаем, все работает. На этом все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее.